Привет, я Шок. Я тебе уже рассказывал, что такое сёрф. Мы научились сёрфить. Я тебе объяснил, как он зародился, как мы вообще в него начали играть, как это все происходит, с чего нужно начинать и так далее. Если что, ролик в подсказке. Сегодня я тебе расскажу про другой режим. Он называется HNS. Он расшифровывается как Hide and Seek. Прятки. Но я бы назвал бы это больше лобитками. Помнишь, как ты в детстве закрывал глаза, считал до 10 и начал искать своего друга? Здесь то же самое. Только тебе нужно найти не просто так, а его зарезать. Не баньте ролик, пожалуйста. Это такая игра. В общем, сейчас я тебе покажу от начала до конца, как это все работает. И самое главное, мне будут помогать очень неплохие такие ребята, они опытные в этом режиме. Я сразу скажу, я не опытный в ХНСе. Я хочу научиться ХНСить. И вместе с тобой я этим буду заниматься. А если ты думаешь, что это легко и выглядит неэффектно, я тебе сейчас покажу просто один момент. И мне кажется, ты поменяешь свое решение. Ребят, объясните, пожалуйста, вкратце, что это за режим, что мне надо тут делать? Окей, если вкратце, то тебе нужно, будучи за КТшником, догонять террориста. А если ты террорист, то ты должен убегать от КТшников. Но при этом как КТшник, так и террорист не должны удаляться друг от друга, потому что это будет очень сильно ломать геймплей. В этом режиме у вас есть только ножик, флешка и ложная граната. Ножик режет. Флешка слепит. Но самое забавное, что она слепит только тех игроков, в которых вы это кинули. Ну а также ложная граната стопит игрока. То есть все, вы можете убежать от него, либо заовнить. А, заовнить, что это такое? Заовнить — это когда вы прыгаете на человека и отнимаете у него очки. Это что-то подобие зарезать с ножа. Толку мало, но какой-то фан. Можно издеваться так над игроками. И получается, можешь прыгнуть. Вот, то есть видите ли, какая у него зона поражения. Вот, его заумнили, появился звук, звук появился в CSGO. Такие вот дела, то есть это издевайтесь над игроком, когда прыгаете на его голову. У меня такое понимание этой фичи. Перед тем, как начать играть, я не могу играть без таких действий, потому что узнают и меня блочат, не хотят резать. Ну, получается плохая игра. То есть играть на сайпишоке мне сложно, меня узнают сразу. Так, все, я теперь Роман Паркурщик, я стал закрыть профиль, и меня никто не должен будет узнать. Ну и по сути я готов. Сейчас мы вам покажем, какие есть виды прыжков на ХНС. Я знаю, что в ХНС есть даблдак и пристрейф. Расскажите, пожалуйста, что такое пристрейф. Пристрейф — это начальная скорость при прыжке, когда человек нажимает W и при этом ведет кнопку, ведет мышку в какую-либо сторону, при этом нажимая клавишу D и делает прыжок, он совершает пристрейф. Соответственно, при этом он получает дополнительную скорость. В каких случаях это нужно? В тех случаях, когда он совершает прыжки, хочет прыгать на статистику, там, ladder jump, long jump, то это прям самое оптимальное решение, чтобы прыгнуть намного дальше. Double duck — это когда человек прокручивает колесико мышки вниз, при этом замедлив его на приседание. При нажатии просто на control человек приседает, но если этот control будет забинжен на колесико мышки, он будет совершать небольшую телепортацию вверх, это называется double duck. Вот демонстрация. И как мне это использовать? Вниз, наверх? Нет, ты просто вниз крутишь при приземлении. Чтобы сделать даблдак, ну да, у тебя вверх, ты крутишь мышку в том направлении, куда его забиндил, при приземлении на поверхность. Тем самым у тебя сохраняется скорость. А, все, вижу, понял. Таким образом можно сохранять скорость не только при помощи бунихопа. Небольшая рекламная пауза, сейчас она на CS-файл, и у меня есть некоторая идея, что я буду делать сейчас на этом сайте. Я поставлю 3 ставки по 10 долларов в джекпот. Это новый режим на CSFL, где вы ставите скины, собирается большой банк и выигрывает один человек. Может быть с 1%, может быть с 5, может быть с 90. Так, и здесь моя ставка прогорела, я бы сказал, но нет, мы выиграли. И Роман Паркурщик, счастливый человечек, мы выиграли только что 35 долларов, вложив всего лишь 10. Я думаю, что поставлю ставку еще раз, также 10 долларов. Роман Паркурщик, ты максимально счастливый человек. Вторая ставка. 10 долларов мы еще плюсанули. И давайте делать последнюю ставку. 11 долларов еще раз. И если третья ставка залетает еще раз, то это уже Роман Паркурщик. Я тебя оставляю надолго в своем профиле Steam. Но могу сказать вам так, мы третью ставку все-таки проиграли. Но в любом случае мы в плюсе. И я на этом доволен. Процент 1%, что? Ссылочка на CSFL есть в описании. Не забываем, что у меня есть мой специальный промокод Шок. Все.
Погнали дальше. Но вы не думайте, что это все так просто. Есть огромное количество правил, которые, если вы будете нарушать, вас просто забанят на серверах. Вот мы очень много людей забанили, потому что люди играют не по правилам. Могут пробежать, зарезать, поменять цель, зарезать и так далее. В общем, смотрите, какая ситуация. Если вы играете в ЦКТ и видите человека, но случайно нашли еще одного тера, ну, допустим, это тер, то ваша задача — это бежать именно за этим человеком, даже если этот оказывается ближе. То есть вы не должны менять свою цель. Это правило называется switch target. Это делать нельзя. Дальше, смотрите, если вы бежите за человеком и не повторяете за тем, как он двигается, а пытаетесь его обойти, пройти наперекосок и срезать угол, то это тоже нарушение правил. Вы должны повторять траекторию вашего таргета. Что делать — минимальное сокращение, но если это как-то влияет на трикс, в плане, допустим, ты прыгнул на ящик, а он прыгнул на ладдер, то это да, это нарушение. То есть я бегу вот здесь... Вот он бежит вот так, а я ему А он приходит с этой стороны, и это нарушение правил. Угу, понял тебя. То есть нужно именно за ним, хорошо, я тебя понял. Сейчас мы вам показали первое правило — это switch target, и второе правило — follow правило. Идем дальше, какие у нас еще есть главные правила? Understep. Understep. Это удар, когда КТшник бьет по террористу, но при этом КТшник не может прыгнуть на ту точку, где стоит сам террорист. Вот сейчас я стою на ящике, КТшник сюда запрыгнуть не может. Да, верно. И если он меня порежет, то это будет нарушение правил. То есть... Но если я буду стоять вот в этом месте, то КТшник сюда залезть может, и, соответственно, он меня может порезать. То есть, все, вот это все, я нарушил правила, и что мне делать? Я нарушил правила, что мне делать в этой ситуации? В этой ситуации ты пишешь скилл в консоль и ждешь следующего раунда. То есть, в случае нарушения правил, чтобы не получить бан, прописывай килл, правильно? Правильно. Хорошо. Следующее правило касается раннерства. Самое главное — это не раннерить. Просто так, смотрите, если за вами чел бежит и в итоге каким-то боком получилось так, что вы слишком далеко от него отбежали, вы нарушили правило. То есть вы всегда должны быть в курсе, он за вами бежит или нет. Вот, я его потерял. Вот, он приближается, все, можно продолжать. А так просто убегать от него от начала до конца по карте и просто забыться, ну это тоже нарушение правил. Кидаю флешку, я прыгну, помру, и ты скажешь, что так делать нельзя. Так делать нельзя. Смотри, флешки можно кидать в том случае, если ты просто убегаешь на граунде, вот на простой поверхности, либо делай какой-то трикс на ладдере, там, на ящиках, без разницы. Но если ты кидаешь флешку в момент прыжка с большой высоты, а конкретно вот ты сейчас кинул флешку сверху, и я, прыгая, ослепился и погиб, так делать нельзя. Нельзя использовать флешки, если ты летаешь в воздухе за мной. Если у меня есть шанс разбиться за тобой. Хорошо, все, я тебя услышал. Да, хорошо. Насчет кемперства. Здесь нельзя стоять на одной позиции больше 20 секунд. Вы должны двигаться. Следующее правило — это блок. Вы не должны блокать игроков. Ни в коем случае. Вы всегда должны именно догонять. Но если вы заблочите, это тоже нарушение правил, и это карается баном. Вот, это называется блок, и это делать нельзя. Вы максимально сильно мешаете игрокам. Если вы заблочили, вы должны дать шанс убежать. Нужно дать 3 секунды. Чтобы не получить бан. Следующее правило касается фанджапинга. Не стоит просто бегать по карте, фаниться, прыгать туда-сюда, без гонок за кем-то. Для этого и существуют другие сервера, которые называются HNS Training. Там нет никаких правил, ты просто тренируешь свои прыжки и фанишься. Также, если вы видите игрока ФК на своей базе, то вы не имеете его права трогать до тех пор, пока он не останется один. Если же человек АФК становится не на базе своей, а где-то среди карты, его убивать можно, тут нет никаких проблем. Давайте сейчас я пойду на обычный сервер ХНС, и вы мне скажете, какие у меня есть ошибки, хорошо? Давай. Погнали. Какие тут есть функции ФОВа? Зачем это нужно прописывать? Вот у меня ФОВ стоит 90. Если ты пропишешь ФОВ больше, то у тебя будет обзор, соответственно, больше, ты будешь видеть больше карты. Ну, я ощущаюсь... В некоторых ситуациях это помогает, в некоторых ситуациях это, наоборот, ломает игру. У меня иллюзия, что я быстрее и приятнее играется. Так, сенса. Я поставил сенсу 5 с чем-то. Сенса чисто на твой вкус, как тебе удобно. Ну, мне нужно быстро двигаться, DPI, да? Сенса DPI, да, это чисто на вкус игрока, но все в основном не играют слишком быстро. Слишком быстрый и маленький не играют. Что-то средние берут. За ним кто-то бежит, я могу за ним бежать еще? Да, да. Меня зауняли. Я его могу, да, зарезать вот так? В принципе, мог же? Да, можешь. Да, конечно. А почему сейчас ко мне прибежал? Ну, это его уже, это уже его ошибка была. Хорошо. Что он к тебе прибежал. Сейчас было хорошо, правильно? Да. А, я чисто под эту штуку. Он сейчас хочет на меня, прыгнуть? Нет. Он хочет от тебя убежать. Вот смотри, видишь, он правильно делает, он тебя ждет.
Так, сейчас. Я правильно все сделал? Да. Угу. Все нормально? Не совсем ты сейчас правильно сделал. В такой ситуации лучше бы стоило начать двигаться за ним. Либо дать ему шанс немножко убежать от тебя, потому что ты его порезал. Ну, грубо говоря, так лучше не делать. Можно засчитать за no follow. Ой, сори. Подожди, ну он ко мне прибежал сам. Ну, ты сделал еще блок на серфе. Ну, это бан. Блок на серфе делать нельзя, в этом случае ты должен его не порезать был. А просто отпустить. Упасть, да? Просто отпустить, да, просто отпустить. Ну, по сути, я сейчас, вот зная то, что вы мне сказали, я буду учиться играть и, надеюсь, потрачу 8 часов на тренировку в течение недели и посмотрим, что произойдет, насколько мой уровень вырастет. Ладно, ребята, я начинаю сейчас учиться. У меня через час поезд в Москву, я запишу интервью с Зоннером и вернусь тренироваться сразу на ХНС. Время пошло. Погнали. Я вам сейчас покажу, как примерно я отыгрываю. Вы увидите, что я делаю это не так хорошо. Но уже лучше, чем было неделю назад. Сейчас я буду озвучивать все, что я делаю. Надеюсь, упростит вам понимание того, как это все работает. Так, сейчас начинается игра. Я играю за КТ. Моя задача найти террориста, зарезать его и идти дальше искать людей. Все, я нашел чела. Он меня застопил. Но не сможет заовнить, потому что не сможет. Все, я сейчас... гонюсь за ним, и он какие-то делает магические трюки. Так, хорошо. Так, магические трюки продолжаются от него. Да-да, дифренку. Ай. Так. Хорошо. Блин, мне не хватает пока что ловкости это все делать. Вот я его уже потерял, я один остался. Так. О, хорошо. Один удар есть. Так. Ай-яй-яй. Ну, короче, сложно, очень сложно. Много ошибок, очень долго этому учиться. То есть, вообще, на самом деле, самый кайф с музыкой. Бегать, кататься по карте и так далее. А так, как-то спокойно, сконцентрирован, напрягает. Так. На этого челика, смотрите. Тимофейка. Ну вот, первый есть. Сейчас будет второй. О, он заблокался, хорошо. Это мой чел, не надо... Ох, фак, не я, но я был близок. А, все, я сейчас за теров играю, вот это уже как интереснее. Как-то. За мной чел бежит прямо сейчас. Я понял. Нормально так. Ох, вот это хорошо. Вот за теров, конечно, другой кайф совсем. Смотрите, кидаем смотрите, какая же красота за теров играть, господи. Просто кайфуешь, бегаешь по карте. Так, тик, тик, тик. Ой-о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 й. Ай, какой кошмар. Ну, блин, такой кайф, какой-то адреналин появляется, потому что ты должен убегать от погони. В жизни делать такое не нужно. Ну, если это, понятное дело, что-то из госслужащих. А вот в игре можно попробовать. О, нет. О, да ладно, он не застопился, серьезно? Ты, во-первых, не залез на лестницу. А, что это вообще такое? При этом ты еще режешь. Как? Чтобы тебя пропустить немного. Специально, я ж посмотрел. Что это за говно? Как раз таки я смотрю. Как я выжил вообще? Поумнел, что? Да. Может быть, и так. Славянский не один. Да, ты чё, Ира, я скоро сам могу. О, боже. Аэрфлэш? Догоняйте его. Все вместе. Нет, он запретил половину людей. Хотел? Можешь объяснить, откуда у тебя Dragon Lore в инвентаре, нихуя себе? Мужичок, откуда Dragon Lore? Бля, не отвечают, ты заходи у него там, блядь, инвентарь там. Да, это так, бродяга. Да ты заходи у него в инвентарь. Я в ахуе остался. Еще и этот нож там. Ловите. Давай догоняем, пацаны. Еще немножко.
Опа, нифига себе! Нифига себе ты даешь. Ну, в целом, ребят, мне могли догнать 10 человек. Вообще не постанова. Ребят, глупо прикол от новичка сделаем. Короче, когда я буду за теров, один раунд сыграть так, чтобы... Ну, типа, вы не можете меня догнать. Хорошо, давай, погнали. Окей, хорошо, мы тебе поможем. Давайте. Какие у меня могут быть вердикты? Вот то, что вы сейчас увидели, как я бегал от 10 человек. Зафиксируем как мой скилл на что? На 11 сентября. И будет очень интересно посмотреть, что со мной произойдет спустя месяц. Я запишу ролик наподобие, чему я научусь на ХНС за месяц. Вот. Так что ожидайте, чуваки. Становитесь лучше. Этот режим находится на сайте Сабишок. Он находится вот здесь. Просто тыкайте по нему и находите сервера. Тренируйтесь, пожалуйста, вот здесь. И только потом идите в соревновательный ХНС, хорошо? Все, с вами был я, Шок. Мы вместе с вами учим новые движения, которые уже давно зародилось в Counter-Strike, но сейчас мы начинаем это продвигать и выдвигаем это в массы. А вместе с такой аудиторией мы можем это просто делать трендом. Все, ребят, спасибо, с вами был я, Шок. Слева на канале ролик про сюрф, как я учился. Ну а справа можете подписаться на канал. Всем пока и не забудьте нажать на колокольчик. Как же много я прошу, господи, пока.